В 20 районах и 5 городских округах Новосибирской области сегодня весь день устраняют последствия урагана, который бушевал накануне. Сильный порывистый ветер оставил без электричества тысячи домов. Падающие деревья повредили слабо закрепленные конструкции и припаркованные автомобили. В Новосибирске во время бури от удара веткой погиб 61-летний мужчина. Травмы различной степени тяжести получили 4 человека, в том числе 11-летний мальчик. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Сегодня электроснабжение большинства объектов социальной сферы и частных домов восстановлено. В Новосибирске и Бердске работает больше 20 аварийных бригад. Требуется время и на расчистку дорог и внутриквартальных территорий от упавших деревьев. В левобережье Новосибирска две семьи, которые из-за урагана временно лишились крова, получат помощь от районной администрации. Решается вопрос о предоставлении денежной субсидии. По сообщению пресс-службы правительства региона, ликвидировать все последствия стихии специалисты рассчитывают к концу рабочего дня. Однако звонки в ЖЭО, диспетчерскую службу и нашу редакцию о том, что поваленные деревья во дворах так и лежат на земле, продолжают поступать. Я сегодня названиваю уже со скольки часов, мне никто не отвечает больше. И ни одного нет, ни дворника, никого, никто не пришел. И вчера никто не пришел. Они же это знали, что у нас...